К 40 годам у орла появляются проблемы со здоровьем. У него отрастает длинный клюв и когти. Его перья становятся тяжелыми и жесткими, и он не может добывать себе пищу. У него остается два выбора. Первый – либо медленная смерть, второе – либо он будет что-то менять. Он летит к скалам, камням, разбивает себе клюв, чтобы вырос новый клюв. Новым клювом он выдирает себе старые когти. Новыми когтями и клювом он выдирает старые ненужные перья. Так он может прожить еще 30 лет. Поэтому помни, дорогой мой, в тяжелые времена нам приходится меняться, если ты хочешь продолжить жить или выжить. Всем всего хорошего.